здесь 5 человек. Это в 2004 году. А потом вот все стали стремительно уходить. И уже 10 лет я прихожу сюда один. Рассказываю, как было. Да. Я в школы прихожу вот накануне Дня Победы. В 4 школах вот я в этом году, в 2015, уже побывал. А вот теперь по традиции пришел к вам. Ну, если вы хотите послушать, как было, тогда я и начну. Я из Огненного 41-го. Школу 10-летку я закончил. Последний экзамен 17 июня 1941 года. А выпускной вечер у нас был в субботу 21 июня 1941 года. После вечера выпускного года мы попрощались с учителями и пошли встречать восход солнца. Утро было теплое, тихое. Воздух вот так нагревался и колебался. И казалось, солнышко играет. И мы совсем не думали, что через несколько часов все изменится. Конечно, настроение было такое, с одной стороны, и тревожное. Кончилась школа, надо как-то было определяться, куда пойти, что делать, где работать. Да, вот простились, пришли мы в 11 часов к своей школе. Попрощались со школой. У нас были соревнования для молодых людей. Вот. Мы бегали кросс 3 километра, прыгали в длину, в высоту. Это норма была тогда. Тогда каждый парень должен был иметь 4 оборонных значка. ГТО, ПВХО, готов к противовоздушной и химической обороне. ГТО, готов к труду и обороне. ГСО, готов к санитарной обороне. И все ребята должны были хорошо стрелять. Был 4-й значок ВС, Ворошиловский стрелок. Перед войной ясно было, что раз Гитлер в Германии пришел к власти, войны не избежать. И наш верховный был командующий Красной Армии, председатель Государственного комитета обороны, председатель Совета народных комиссаров Сталин Иосиф Виссарионович нашу страну готовил к войне, хорошо готовил. Ну вот, чтобы были командные кадры, грамотные для армии. У нас, начиная с 8 класса, 8, 9 и 10 выпускной, было военное дело 2 раза в неделю. Преподавали военное дело нам кадровые командиры Красной Армии. Тогда еще слова офицер не было и слова солдат не было. Да, так вот, мы за 3 года мы прошли курс начальной военной подготовки. 2 раза в неделю у нас были стрельбы. Был тир недалеко от школы. В военном кабинете в шкафах у нас стояло 34 боевых винтовки образца 30-го года, новейшие. Был 10 малокалиберных винтовок разных типов. От 7-7 до ТОС-10А автоматической на 10 патронов. Нас готовили, спасибо, к войне очень серьезно. Должен вам сказать, что обстановка в Советском Союзе была до войны очень здоровая. Все воры, бандиты, насильники сидели плотно в тюрьмах. И от звонка до звонка. Если они много возникали, так, в общем-то, свободно получали вот сюда 9 грамм. И было так тихо. Вот вы сейчас живете при капитализме.
На всех домах на первых этажах у вас стальные сварные решетки. И в школах тоже, верно? Стальные сварные решетки. И стальные двери в школах. Раньше этого не было. Никаких решеток, ни стальных дверей в школах не было, потому что воров не было и бандюк не было. Вот так можно было. Девочки после выпускного вечера могли ходить в белом платье всю ночь, и никто не посмел бы дотронуться до них. Понятно, вот это такая была здоровая нравственная атмосфера в Советском Союзе, при Сталине. И если вам кто-то будет говорить, что «Ах, Сталин такой, вот всякой», не слушайте никого. Я современник его и прожил половину жизни, наверное, с ним. Вот так было. Так вот, встретили мы восход солнца, пришли к школе, попрощались, соревнования прошли. Часов в 11 я смотрю, по улицам города бегут молодые женщины лет 30 и плачут. Я так удивился, как же это так? Такой день хороший, вот, воскресный, и плачут, и бегут. А в 12 часов у нас на всех углах стояли громкоговорители такие конусные, черные. Вот. Заработала метроном, заработал. И по радио открыл выступление Левитан, диктор с радиостанции имени Коминтерна московской. У него был московский выговор, и немножко он чуть-чуть акал. Слушаю внезапно, вот я как раз закончил соревнования, и он говорил: «Внимание, внимание, сейчас по радио, да нет, говорит Москва, говорит Москва», у него акующий акцент был, «сейчас по радио будет выступать председатель Совета народных комиссаров Молотов Вячеслав Михайлович». У Молотова было немного заикание чуть-чуть, вот характерно для него. И он обратился: «Граждане Советского Союза, братья и сестры, сегодня в 4 часа утра Германия напала без предупреждения на Советский Союз. По всей линии фронта от Баренцева моря до Черного моря идут бои с пограничными частями и частями прикрытия». Потом он сказал: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Понимаете, такие слова, они сразу вроде бы прибодрили, приподняли нас. Война — дело страшное, но когда руководитель государства говорит, что мы победим, это очень здорово. И мы тогда, парни, побежали все в военкомат, к военкому. Попросили военкома Белова выйти к нам, вот, и стали его просить, чтобы он нас направил на фронт. Вот. Мы сказали ему: «Товарищ майор, мы хорошо подготовлены в военном деле, мы хорошо стреляем, направьте нас на фронт, мы в 2 недели дойдем до Берлина и разобьем всех немцев». Военком Белов был человек опытный, прошел Первую мировую, гражданскую. Он спокойно отнесся, сказал: «Ребята, сейчас вы идите домой, мы пишем повестки, через день-два вы получите повестки, приходите к нам в военкомат, получите сухой паёк, литер розовый на 7 видов транспорта и поедете в свои части». Дело вот в чем, что еще шла Советско-финская война в январе 40-го года. Я еще учился в 9 классе. Нас всех ребят... Спасибо большое, дети. Сейчас я положу вот сюда. Спасибо большое.
Да, так вот, когда мы учились в 9 классе, в январе 40-го года, нас всех пригласили в военкомат. Мы прошли все медицинскую комиссию, мандатную комиссию, и сразу нас распределили по своим частям, кто куда должен поехать, если разразится война. У Сталина все было сделано замечательно. И когда на него говорят, что он растерялся, не слушайте вы никого. Я все вам скажу, я современник его и этого времени смутного. Да, так вот, мы были расписаны по частям. И когда вот началась война, в первые же дни нам вручили повестки, и мы поехали по своим частям. Замечаете, никаких мобилизационных сует не было. Все было организовано у него очень хорошо. Мы вот знали, где мы будем служить. Вот это такая правда. Теперь насчет того, что вот разные продажные средства массовой информации, телевидение, буржуазные газеты говорят, что вот Сталин первые 2-3 дня не руководил страной и армией. Вранье все это. Они просто демократы, не знают, как организована армия. Вот мне пришлось служить, да, сначала. Так вот, в каждой воинской части, в полку, в дивизии всегда имеется при штабе несгораемый шкаф железный. И около него с круглые сутки стоит часовой. Он никого не подпускает в одиночку, никого. Да. Спасибо, доктор. Да, Ой, спасибо большое. Сейчас я положу. Спасибо большое, Денис. Спасибо, Денис. Спасибо, Шарик, подожди. Этот плакатик, смотрите, очень хорошо, я возьму с собой. Большое спасибо. Так вот, я стоял у несгораемого шкафа и никого в одиночку не подпускал, никаких командиров не полагалось. А нас, когда начинается война, к этому шкафу подходит 3 человека. Командир части, комиссар части и начальник особого отдела. Вот они при мне открывают ключом шкаф, забирают мобилизационный план, то есть план развертывания так называемый. И в этом плане генеральным штабом написано, куда идет часть, где какие укрепления занимает, где окопы, куда, что, все расписано. Поэтому после того, как начинается война, все организовано, и верховным руководителям вмешиваться не надо, что бы ни произошло, какие бы там бомбежки, обстрелы не были, все знают, что делать. Поэтому валить на Сталина, что он вот первые 2-3 дня не посылал никого никуда, не надо. Это неправда. Армия так не устроена. Армия устроена так, что если тревога, то она знает, что делать. Вот так было. Это вот рассказы о том, что телевидение бумажное врет. Ну, вот мне пришлось начать войну в конце июня 41-го года. Был я сначала на Западном фронте, защищал Москву, потом перебросили наш полк на Калининский фронт, потом перебросили на Юго-Западный, с Юго-Западного после Курской дуги направили блокад, блокированный Ленинград, попал на Ленинградский фронт. Вот такая моя странная судьба, бросались место на место. В промежутках между всем этим госпиталем, как полагается. На Ленинградском фронте
Я с лета 43-го года. На фронт я попал, да. Вот мы были раньше молодые парни, комсомольцами, то есть Коммунистический союз молодежи. Когда в 41-м году под Москвой стало плохо, в октябре, и немцы подошли на расстояние там 50-35 километров, то Центральный комитет комсомола обратился к комсомольцам воинских частей с просьбой подавать заявление и рапорты командирам частей, чтобы они направили вас защищать Москву. Вот такое было направление. Да. Мы 10 человек парней из запасного полка, вот где были сформированы, подали заявление, и нас сразу обмундировали в зимнее обмундирование. Тогда осень и зима были очень холодные. Снег, морозы начались в октябре, снег выпал рано. Вот, я был одет в валенки, ватные, сибирские пивы называются у сибиряков, ватные брюки. Полушубок вот такой, с таким широким воротником, романовский полушубок, теплый. В нем можно было спать прямо в снегу вот, на морозе, и ничего. Это я вам к тому говорю, что Гитлер, начиная блицкриг, то есть молниеносную войну, он объявил, что он за 6 недель разобьет Красную армию, захватит Москву и Ленинград, разрушит Советский Союз, и война для него будет закончена. Вот не вышло полтора месяца, не вышло. Он только у Смоленска, его армия толкалась полтора месяца. И под Москвой. Теперь вот еще немножко истории. Вот говорят, что не могут. У вас такие плохие командиры были, и генералы, что вы 5 месяцев ступали, до Ленинграда дошли, до Москвы дошли. Не слушайте. Дело вот в чем. В Советском Союзе было население 180 миллионов человек. В Западной Европе было 400 миллионов человек. Так вот, советская пропаганда тщательно скрывала и в войну, и после войны, что воевала против нас не одна Германия, а все страны Европы. Вот это так. Почему? Потому что предполагалось, что рабочий класс Европы никогда не поднимет руку на народы Советского Союза, что рабочий класс сразу восстанет и Гитлера убьет. Все это, конечно, детские байки. Все эти народы Европы, все 400 миллионов, набросились на Союз, как бешеные псы. Вот я вам перечислю страны, которые 22 июня напали. Начнем с севера. Финляндия, потом Польша. 500 тысяч человек поляков воевало против нас, русских. Германия, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Франция, Чехословакия, Румыния, Болгария, Испания. Вот тебе и братушки болгары. Вот это, так сказать, горькая насмешка и горькая судьба. Вся Европа, 400 миллионов, бросились рвать Советский Союз. Теперь какой был перевес в технике на стороне Запада? Советский Союз, благодаря стараниям Сталина и его наркомов, в 40-м году накануне войны выплавлял 3,5 миллиона тонн стали. Гитлерская Германия выплавляла в то время 21 миллион тонн стали. Но поскольку вся Европа в 41-м году была захвачена фашистской Германией, то эти страны Западного блока, которые начали рвать Советский Союз, выплавляли 64 миллиона тонн стали. В войнах побеждает тот, у кого больше стали и взрывчатки. На каждое наше орудие было 4 вражеских орудия. На каждый наш танк
Вот я танкист. Больше, ближе всего мне эта тема. Было 4 вражеских танка. На каждый самолет у нас было 4 вражеских самолета. Поэтому в первые 5 месяцев нам было очень трудно. Благодаря тому, что у нас строй был общественный, советский, а не капитализм, что нашему правительству удалось эвакуировать все заводы с западной части Советского Союза за Волгу, на Урал и за Урал. На это потребовалось вот несколько месяцев. Это тяжелое дело. Вы знаете, когда наш эшелон гнали под Москву без остановок, только меняли паровозы, то я видел на разъездах, на путях запасных, стоят эшелоны, на платформах стоят станки заводов, которые эвакуировали тогда в глубокие тюрьмы. Станки накрыты брезентом, а под станками сидят женщины, дети и мужчины. Ждут, пока наш эшелон проскочит в Москве. Вот. Вот пока удалось, за сколько там, примерно за полгода, удалось вытащить заводы за Волгу туда, на восток. Вы знаете, первые станки ставили прямо на мороженую землю в октябре. Там уже морозы были минус 20-25, без всяких фундаментов. Просто подключали кабелями к электроэнергии. Вот и они, и станки начинали работать, давать нам снаряды, патроны. Вот такая была обстановка. Но это только потому, что была советская власть и общенародная собственность, и что нами руководила коммунистическая партия. Понимаете, когда вот... Это очень важно, что было централизованное шоу. А вот теперь, я думаю, вот сейчас у капиталистов, у олигархов все схвачено. Все. И топливо, и заводы. Вот если вы посмотрите сейчас... Ведь Ленинград был промышленным центром, который имел 30% производства машиностроения. А сейчас эти заводы не работают в Ленинграде. Вот это я сравниваю исторические формации общественные. Вот капитализм, а вот социализм, вот народное достояние, а вот можно пойти в райком пожаловаться. А если что-то из горкома или завкома нажмут, все сразу станет. Да, вот так было. Ну... А сейчас, может, присядешь? Может, присядешь? А? Присядешь? Нет, нет. Моя аудитория столительная. Я... Я только к вам приехал. Ну вот. А скажите, пожалуйста, вот ощущение того, что война будет. Вот вы были молодой человек. Да. Вы чувствовали, что вот в стране, что война начнется? А вот я расскажу. Сейчас вы даже посмеетесь, наверное. Понимаете, у нас социализм, и когда был государственный капитализм. То есть заводами, и фабриками, и торговлей владели частные лица. Да. С 30-го года началась индустриализация по-настоящему. Так вот, в начале 30-х годов у нас была пятидневка рабочая. 4 дня мы работали, а 5-й день отдыхали. Это Гитлера тогда еще не было в Германии. В 33-м году, когда Гитлер пришел к власти, то у нас делали 6-дневку. То есть 5 дней работали, а 6-й отдыхали. И у нас и дневники были в школе такие вот. Сначала 5-дневка, потом 6-дневка. А когда в 36-м году начались проблемы в Европе, в 38-м году Гитлер захватил Австрию, аншлюз. В 39-м году была захвачена Чехословакия, потом Польша. Так вот, в 38-м году, когда захвачена была Австрия, у нас был договор с чехами, что если Гитлер затронет только эти страны, вот восточной Европы, мы нападем на Германию фашистскую, начнется тогда война за освобождение
восточноевропейских стран. Две недели в 1938 году наши бомбардировщики стояли с подвешенными бомбами. Вот. Вам не холодно? Мы готовились к войне. Извините. Нет, нет, спасибо. Не холодно вам? Не холодно вам? Может, нет. Нагреваюсь до пота. То есть вы понимали, вот в стране понимали, что война может начаться? Конечно, так это старики и говорили нам. Вот тут, начиная примерно с 1938 года, уже было понятно. Поэтому нас готовили, вот учеников 8 и 9 класса, и дальше мы изучали топографические карты, не географические, а топографические. Знаешь, там вот вы вспоминали, и театр военных действий был ясен. Брановичи, Лида, Белосток. Эти карты мы изучали в школе. Поэтому подготовка шла как только могла промышленность. Вот что она могла. Владимир Иванович, вот. А граница была готова уже в этот момент? Да, была готова. Вот сейчас я расскажу. Я знаком с детьми погибших пограничников. И они говорят, что траншеи были выкопаны. И пулеметы были наготове. И что когда начался обстрел, то сразу же по тревоге были пограничные части поставлены на ноги, и началась защита границы. Все это было. Это ей. Поэтому вот примерно с 1938 года была обстановка очень тревожная. А когда в 1939 году немцы напали 1 сентября на Польшу, верно? Вот. И захватили ее до линии Керзона. Это был такой английский министр иностранных дел, который в 1918 году после Версальского мира установил границу между Польшей и Россией. И эта граница шла, будем так говорить, от Вильнюса в Литве до Белостока, Бреста, Перемышля. Вот эта граница. Вот немцы до этой линии Керзона дошли в 1939 году, за две недели. Польша развалилась просто, ну как карточный домик. Столица Варшава была сдана немцам без боя. Совершенно. Маршал Польши, главнокомандующий маршал Польши, Риц Смиглы, убежал 15 сентября из Варшавы через Румынию в Лондон. И правительство польское во главе с Сикорским тоже убежало 15 сентября. Еще немцы не подошли к Варшаве, оно убежало уже через Румынию в Англию. Вот это вот такая вот историческая. Поэтому 17 сентября, когда стало ясно, что Польши больше не существует, правительство исчезло, убежало из страны, армия развалилась. Вот тогда только Сталин отдал приказ занять земли Западной Белоруссии и Западной Украины, которые когда-то входили в состав России, до линии Керзона. Столкновений военных в основном не было. Только под Львовом немецкие танки схлестнулись с нашей танковой бригадой. Начался бой, но он быстро кончился. Через верха сразу договорились. Теперь вот говорят, что, мол, вот ПАК Молотов и Риббентроп. Молотов был наш нарком иностранных дел. Мы заключили этот пакт 23 августа 1939 года, то есть за неделю до нападения немцев на Польшу. Вот демократы часто попрекают. Спасибо. Попрекают. Спасибо большое. Вам спасибо. Дело привычное. Потому что людей много. Так, микрофон сам здесь, да? Да. А питание? А вот оно здесь. Давайте я в карман положу тогда его, чтобы лучше было. Ну вот, продолжим. Так вот, часто упрекают советскую власть, спасибо, и коммунистов, и Сталина. Как это он с фашистом Гитлером заключил в 1939 году договор о ненападении? Спасибо, доченька, сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Я на это отвечу следующим образом.
Нам было важно выиграть время. Вот наше правительство планировало, что к 43-му году у нас будет столько вооружений, танков, самолетов и пушек, что никакая Европа не будет страшна. Ну, Гитлер тоже не был дурак. Он понимал, что мы создаем промышленность, встаем на ноги, и потом через 2 года будет ничего не сделать Советским Союзом. Поэтому он вот в 41-м напал. Но ему тоже было нужно иметь свободный тыл на востоке, свободный от нашей силы. Ведь у него впереди была Франция, не так ли? Была Югославия, Албания. Это ведь страны, которые ему надо было захватить и победить. Поэтому ему тоже нужен был мир 2 года. А нам вот так нужен был. Вот дело в чем. Я объясню. Наши танки, которые мы создавали в начале 30-х годов, имели броню 20 миллиметров всего. Теперь вот листы броневые, как правило, были вертикальны. Ну, не было опытов у нас строительства танков. Вот. А такая броня в 20 миллиметров, она пробивалась бронебойной пулей насквозь. Поэтому, когда шла... Спасибо вам большое. Когда шла Советско-финская война, зимой 39-40 года, то финны бронебойными пулями пробивали броню Т-26 и Т-35 трехбашенного танка. Пробивали, понятно? Обычная пуля свинцовая не пробивала, а бронебойные пробивали. Встал вопрос о перевооружении. Поэтому вот год 40-й и половину 41-го были посвящены тому, чтобы вот легкие танки с такой тонкой броней, соответственно, и сами заменить на современные танки, которые не боялись бы немецких противотанковых пушек. Вот вспомним, летом 40-го года 3 конструктора с Харьковского завода тракторного, Кошкин, Кучеренко, еще одна. Они создали танк Т-34. Лобовая броня у него была вот такая наклонная. Поэтому любой снаряд за всю войну он бил в лоб и соскальзывал вверх. Пробить было невозможно. Хотя толщина ее была 45 миллиметров. Все вот такая. Вот это очень важно, что удалось создать. А вот на Кировском заводе в Ленинградском делали тяжелые танки. КВ это Клим Ворошилов. Наш нарком обороны был такой вот до 40-го года. Да, у него была лобовая броня 90 миллиметров. В основном наклонные листы были, в основном. Поэтому ни одна немецкая противотанковая пушка и финская не брали. Создан танк этот был в 39-м году, когда уже заканчивалась финская война. Вот когда наши танки подходили к финским дотам, толщина стен железобетонная у них была 2 метра. Амбразура такая, из нее торчит ствол пушки или пулемет. Так вот, когда вот началась финская война, наши КВ подходили там с 500 метров прямо в амбразуру снаряд. И все там, то ли экипаж, команда дота сразу погибала. Вот это надо сказать, но таких танков было выпущено до войны только 500 штук. Понимаете, для границы в 2000 километров это маловато. Танков Т-34 было выпущено 1000 штук. Это уже прилично. Вот немцы бросили нас в первый день 6000 танков. Мы могли им противоставить только 1500 танков. Вот так вот было. Легкие танки мы берем не в счет, потому что для немцев 27-миллиметровая броня ничего не стоила. Вот такая вот была обстановка. Сейчас продолжим.
Может, присядешь? Холодно. Понимаете, еще вот беда в чем. Вот давайте вспомним историю и географию. В царской России не было ни одного автомобильного завода, ни одного тракторного, ни одного авиационного, ни завода, который выпускал бы двигатели для самолетов и танков. Самолеты у нас были французские Берия, Фарман, английский Де Хавиланд. Моторы были все французские Моран. А у немцев, французов, англичан, и танки были. А у нас в России, в царской, так до конца Первой мировой войны ни одного танка и не было. Вот понятно, поэтому Сталин, как прошедший Первую мировую войну, гражданскую войну, он же видел, как западные державы вооружаются. Вот он создавал все, что мог. Понимаете, с ничего. Ведь это надо было еще людей научить. Надо было конструкторов иметь, технологов, инженеров на заводах. Только в этом случае можно было вот иметь хорошее вооружение. Вот нам нужно именно было с 41 года до 43 мир, вот это 2 года. Вот Сталин с Молотовым старались этот мир 2-летний получить, чтобы наработать танки, самолеты. Вы знаете, ведь у нас первые истребители имели перепалевые крылья полотняные. Пожалуйста, положите вот туда. Нет, надевать я не буду. Я уже согрелся. Да, так ведь у нас первые самолеты имели перепалевые крылья полотняные. Понятно, а у немцев были из Дюраля, мессершмитты. Вот. И по скорости им уступали. Это потом авиаконструктор Яковлев и Лавочкин вот создали современные истребители, которые были лучшими мессершмиттов. Это потом, только начиная там с конца 42 года. Вот. Поэтому вот в первый период войны мы, конечно, по вооружению уступали немцам. И знаете, что самое обидное? Вот танки КВ и Т-34 замечательные танки были. Но ведь им нужно топливо, расход снарядов, нужна ремонтная база полевая. У нас не было тогда бензо, нет, топлива заправщиков не было. Не хватало автомобилей. Не было транспортеров, которые возили снаряды за танками. Не было. А у немцев вот идет у них лавина танков, клин, а за клином сразу идет бронированные транспортеры с такой же броней, со снарядами и с топливом. Поэтому, когда у них топливо кончалось, они тут же вызывали по радио, запрягали топливом, брали снаряды и шли дальше. Вот. Вы скажете, а что же, мол, правительство не думало о топливозаправщиках, о транспортерах? А нечего было делать. Нечего. Вот и еще скажу вам. Ведь в царской России и в первые годы советской власти угольно-металлургическая база, которая производила сталь и броню, была только на юге Украины. Это Донецк давал коксующийся уголь. Теперь Запорожье давало сталь. Вот эта угольно-металлургическая база и была там. Сталин помнил, что в 18 году немцы захватили всю Украину, часть Кубани и часть Дона. Вот он помнил. Поэтому еще в начале 30-х годов он начал создавать вторую угольно-металлургическую базу на Востоке. Это Магнитогорск, Кузбасс. Вот это было очень важно. И вы смотрите, Сталин как в воду глядел, когда в августе 41 года немцы заняли Украину, у нас нечем было отбиться просто. То все производство переместилось на восток. Вот там для нас, спасибо большое, там, для нас там броню катали. А вы знаете, в Советском Союзе бронепокатный стан был только в Мариуполе. Это на берегу Азовского моря, на Украину. Когда немцы Мариуполь захватили,
мы остались без брони. Что было делать? А да, второй стан был у нас на Жоржском заводе в Колпино. Да. Вот тоже немцы подошли, уже сталь катать было невозможно. Так вот, стали катать в городе Горьком, это Нижний Новгород теперь, в Магнитогорске и в Кузбассе. Вот стали катать. Если бы Сталин не построил вторую угольно-металлическую базу, давно не было никакой Советской России и никакой России вообще. Не было бы никого нас, а здесь были бы битые кирпичи и камни. Ведь Гитлер ставил задачу Ленинград сравнять с землей. Впрочем, Москву тоже затопить. Да. Вот поэтому вот мое мнение, как старого солдата, Сталину надо поставить памятник в рост человека из чистого золота в Москве на Красной площади за то, что он организовал производство танков. Вы знаете, мы за войну выпустили, Советский Союз, 100 тысяч танков, с ума сойти, а вся Европа гитлеровская только 70 тысяч. Понятно? Поэтому все проблемы в боях решали танковые армии советские. Танковая армия содержит 500 танков. Ну и там вот ремонтная база, снабжение, все, что полагается. Поддержка артиллерийская, там поддержка пехоты. Вот все так вот было. И вот то, что нашей страной руководил долгое время Сталин, это, знаете, счастье большое было. Ну, повезло России вот так на руководителя. Да. Вот, и теперь вторая задача. Вот кончилась, нет, шла еще Отечественная война и Вторая мировая. А Сталин в 43-м году еще на Курской дуге шла битва страшенная, где схлестнулись немецкие тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», схлестнулись с нашими КВ и с 34-ками. Сталин начал отзывать с фронта инженеров и ученых-атомщиков. И началось решение атомной проблемы. Вот то, что сейчас мы живем, это заслуга покойного Сталина. Потому что он создал ракетно-ядерный щит. Вот теперь можно танцевать. И в школе вот ребята с девушками, я был вчера в школе, так красиво танцуют, так здорово. А сегодня я, прежде чем поехать к вам, позавтракал хорошо, чайку выпил, понимаете, вот, потому что есть то, что мы живем, это заслуга Иосифа Виссарионовича, председателя Государственного комитета обороны и нашего верховного главнокомандующего. Что бы ни говорили средства массовой информации, буржуазное телевидение, буржуазное радио и буржуазные газеты, они не изменят ход истории. Вот как она была, вот мы благодаря этому живы. Ну вот, а теперь я это вам дал такой исторический экскурс. И объяснил, почему мы отступали 5 месяцев и дошли до Москвы, а потом до Волги, до Сталинграда. Хрущев Никита Сергеевич, идиот и свинья, что он переименовал город Сталинград, где решилась судьба нашей страны, переименовал Волгоград. Нехороший человек. Ну, понимаете, вот у Сталина хоть хороший опыт жизни был, образование. У него были замечательные наркомы, министры, которые понимали и металлургию, и машиностроение, и химию. Все понимали, и армию строили. Никита Сергеевич имел 4 класса церковно-приходской школы в Киеве, понимаете? Все-таки для руководителя государства 4 класса церковной приходской школы маловато, признайтесь. Ведь это так? Конечно. Войну знаете, кто победил? Советские учителя и десятиклассники. Наша советская школа была самой лучшей школой в мире. Это сейчас ее потихоньку разваливают. Вы знаете, мне лично так повезло в жизни. В нашем экипаже, я на КВ воевал,
было два учителя математики, с ума сойти. У них же совсем, у учителей другое мышление. У них мышление системное. Что бы они ни преодолевали, они смотрят, что справа, что слева, и дают как-то материал в связи. Так вот, я расскажу простой случай такой. Наступление для полного освобождения Ленинграда от блокады мы начали 15 января 44 года. А с Оренбаумского пятачка 14 января начали прорываться на юг. Да, так вот, 5 тяжелых танковых полков КВ стояли за Пулковской высотой по эту сторону. Высота ведь примерно 30 метров, поэтому от немцев она не просматривалась. Вот ночью натащили 5 тяжелых танковых полков, 4 танковые бригады Т-34, это тяжелых танков КВ-105 штук и примерно 200 с лишним танков Т-34. Вот спрятались, и когда мы перевалили утром, да, артподготовку начали орудия Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота 8:30. Долбили они 1.5 часа. Передняя линия обороны немцев, Северный вал, была смешана с землей. Там никаких немцев не осталось. Даже говорить трудно. Руки оторванные, руки и ноги, они были завалены землей. Все. Вот. С первой линии обороны было покончено. Да, так вот, когда наши танки вылезли из-за Пулковской высоты и пошли вниз, то по приказу командования Ленинградского фронта вот наш 260-й тяжелый танковый полк прорыва пошел напрямую в сторону Дудергофа, вот между Красным селом и Гатчиной. Так вот, немцы 3 года там ставили мины, и минное поле было ширина 800 метров нейтралки, и минами за 3 года они так начинили, что наши саперы ничего не могли сделать, не вытащить их, там снег такой был. И первые 6 танков первой роты нашего полка подорвались, вот, и все, кончились. А у нас был в 4-й танковой роте командир роты танковой учитель математики. Фамилия его была Брызгалов, гвардии капитан Брызгалов. Понимаете, он часто разговаривал с нами на гражданском языке. Мне давал вот такие команды, вот, жесткие, как строевик. Он говорит: ребята, если сейчас пойдем по нейтралке, подорвемся все. И ни задачи не выполним, ни нас не будет. Вот что давайте сделаем. Немцы болото не минируют. Вот за Пулковской высотой идет речка, 3 метра. Длина танка КВ 5 метров. Мы перешагнем эту речку, кто он перейдет. Да. А дальше там болотистый берег, болото. На наше счастье, танковый конструктор Котин с Кировского завода вот такие гусеницы нам сделал широкие. 60 сантиметров. Мы свободно ходили по торфяному болоту и не тонули. Он говорит: ребята, давайте перейдем речку, потом пойдем по болоту вдоль речки, туда, в немецкий тыл, и выйдем. Вы знаете, этот математик, гениальная голова, он как в воду глядел. Мы речку перешли и пошли по южному берегу речки и вышли в тыл к немцам. Болото действительно оказалось незаминированным. Вот это так повезло. Нестандартное мышление, системное. Вот. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Вторая гимназия. И вас взаимно. Спасибо. Спасибо. Вот. Да. Это был первый наш прорыв и наша победа, когда ум учителя оказался вот, ну, гениальным просто. А потом дальше нас было как на дорогах и на всех возвышенностях немцы поставили противотанковые пушки. То есть если идти по дороге, даже по проселку, можно лишиться гусениц,
можно и всего лишиться, тут неясный язык-то. Вот, он говорит, ребята, если пойдем сейчас вот на эти возвышенности, сожгут нас, или, по крайней мере, подобьют, потеряем пот. Пойдем-ка мы с вами по торфяному болоту. И он нас повел, наш танк шел первый по торфяному болоту. И вы знаете, вот только нельзя танк за танком. Один здесь, другой здесь, третий здесь такой шеренгой. Потому что, чтобы следов не оставалось, чтобы ты торф не рвал и траву не рвал. Вот так мы по болоту вышли к немцам. Да, вот вышли к второй линии обороны. Вторая линия обороны немцев была по Виттеловским высотам. Знаете, это они идут от Красного Села на восток туда к Гатчине. Километра три высота этих высот, примерно метров 30. Ну вот, понимаете, советские командиры — это хорошо, но немцы тоже были не дураки. Они тоже учились, и у них опыт войны в Европе был, верно? Вот. Так они на второй, на Виттеловских высотах организовали вторую линию обороны. Было там натащено столько пушек и пулеметов, что когда мы подошли километра на два, нас просто завалили снарядами, и вся пехота легла наша, и никакого движения. Понимаете, а без пехоты идти на укрепленную линию обороны противника тоже такое дело проблематичное. Можно получить в бок снаряд, и привет на Балтике вам будет. Вот. Да. И командование Ленинградского фронта увидело, что мы несколько часов стоим и не двигаемся. Вызвали полк «Катюш». Полк «Катюш» — это, наверное, штук 30 их было. Вот они пришли за нами с тыла, саперы им организовали переправу через речку, через болото. Вот они пришли, стали за холмами, подняли свои балки, вот так прицелились, и потом начали играть. У них характерный звук. Вау, 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 вау! Вот срываются торпеды или ракеты, вот так. Их почему-то называют минами. Вот эти ракеты срываются. Минуты через две смотрю, я люк приоткрыл. Смотрю, на Виттеловских высотах поднялся розовый огонь. Он сначала вот так низко, потом выше, выше, пульсирует выше, выше и достиг 30 метров высоты. Стоит и качается вот так. «Катюши» играли, наверное, минут 15-20. Потом ракеты кончились, они отстрелялись, ушли в тыл, а розовый огонь стал опускаться ниже, 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 ниже и погас. Сейчас. Спасибо большое. И погас. Вы знаете, и на фронте воцарилась мертвая тишина. Ни выстрела, ни звука. Все, что было на второй линии обороны, сгорело. Ну, не совсем сгорело. То есть они не стали черными, немцы. А у них мясо сварилось, и вот так. Понимаете, я вот чего вам это говорю. Что обычно «Катюши» стреляли тротиловыми зарядами. Поэтому, когда взрывается такая мина, образуется черный столб дыма метров 20-30, а внутри темно-красная прожилка взорвавшегося тротила. А тут на Ленинградской, смотрю, розовый огонь. Что такое? Оказалось, вот в чем. Потом я только узнал, что... Спасибо большое. Спасибо, дорогие женщины. Да, оказалось, что тротила у нас в Ленинграде не хватало в блокаду, а ржевские химики, это Ржевка вот сюда, к востоку от города, изобрели какой-то состав, который не взрывается, а он горит, вот, и розовым огнем. Зрелище поразительное, ярко-розовый свет, высота 30 метров, это выше елок. Да,
И когда вот все заглохло, пехота поднялась, пошла к Виттовским высотам, и танки наши пошли, все хорошо. Подъезжаем мы к высоте, а там немецкая дивизия пыталась до вот работы «Катюш» вернуться на первую линию обороны, занять ее и нам устроить там что могут. Да. Вот когда «Катюши» отстрелялись, наш танк подошел, там было мертвое поле. Вот так примерно километр в ширину и полкилометра туда, в глубину. Вот я много видел мертвых полей и под Москвой. Там немцы лежали вот через 2-3 метра, убитые и замерзшие, и занесенные снегом. А тут немцы лежали слоем, три слоя. Вот раз, два, три слоя немецких тел. Они не сгорели, они сварились. Вот это пламя сварило их мясо. И они так и лежали. И когда наш такой вот слой немцев, сплошной, вот как видно, когда наш танк подошел, номер 642, к этому мертвому полю, вот у нашего механика-водителя дрогнуло как-то сердце. Я не знаю, как вам объяснить это. Но он посовестился ехать вот гусеницей, молоть эту мертвую массу тел. Посовестился. Он вот так развернулся и пошел вдоль мертвого поля на запад. Но немцы, как только ты борт подставил, так немцы из глубины обороны, с третьей линии, начали бить из шестиствольных минометов. Потому что пушки на Виттовских сгорели все. Там никого людей не осталось. Да. Стали бить, но только немец, наверное, в школе плохо учился. Треугольник скоростей он не решил. Надо было учитывать скорость хода нашего танка, это там 30-35 километров. Расстояние оттуда, пока летит тяжелая мина вот такая, мы успеем уходить. И так получилось, что мы идем, а мины рвутся позади танков. Вот. Опять повезло. Понимаю, что у них учителей не оказалось, а вот у нас в экипаже два было учителя математики. Командир роты и командир орудия. Вот так вот благополучно дошли. Вот это я вам рассказываю только штурм вот Северного вала. Теперь вот еще, сейчас я взгляну на свое. Сейчас 12 часов, ладно. А сколько вам лет? Ну вот. Дальше тоже было непросто. Вот мы подошли к третьей обороне немцев, к третьей линии обороны немцев, которая шла через Красное Село, через озера и Гатчине. Вот три линии было обороны. Чтобы остановить наши танки, они в Красном Селе, нет, восточнее Красного Села, взорвали плотину на Дудурговских озерах. Вот такой слой воды, 2 метра, хлынул по Красносельской впадине. Там такая впадина вот между Вороньей горой и, собственно, Красным Селом. Вот один из наших танков сунулся туда. Он думал, что он проскочит эту руку. Не проскочил, утонул. Вот такая судьба бывает. Да. Вот всякое бывает на войне. Но у нас командир роты был, я говорю, математик. У Петра Первого был построен через эту впадину кирпичный мост 300 лет назад. Там и больше. Кирпич у Петра Первого был, наверное, крепкий. Наверное, он всяких подрядчиков и палкой мог огреть. Никаких судов не надо. Выпарит, все делают как надо. Так вот, немцы взорвали этот мост через эту реку. Образовался проран 1,5 метра. Вот никто из танков не решается, а наш ротный говорит: ребята, длина КВ 5 метров. Разрыв этот проран 1,5 метра. Переползем. А говорят, а кирпич наверняка прочный. При Петре плохо не строили. Да, и вот наш танк первый с ним
въехал на этот проран, переехал на другую сторону, и за нами весь полк и переполз сюда, в Красное Село. Ну, а уж там, в Красном-то селе, мы с немцами расправились буквально за час. Они не ожидали, что мы в реку не полезем, и не ожидали, что мы переползем через взорванный мост. Вот, прошли. Да, там были, конечно, потом бои еще очень тяжелые. Ну вот, вы знаете, когда мы вышли на западную, вернее, на южную окраину Красного Села, немцы из Гатчины поставили перед нами загородительный огонь. Там были орудия у них дальнобойные, калибра 155. Вот разрывы стали сплошной стеной. Вот так лезь в него, такой, если снаряд попадет даже в кого, он просто разломает его. Сварка никакая не выйдет. Вот ротный говорит, знаете что, черт с ними, с немцами, пойдем вдоль этой заградительной линии. Да, вот мы вышли на Волосовское шоссе, на Кингисеппское шоссе, и по нему вот мы пошли. Да, за нами шли 4 бригады Т-34. Они увидели, что мы вышли на шоссе. Спасибо. Вот. И ринулись. Это мы, у нас скорость была километров, наверное, 40 сейчас, а у них по 50. Они нас обогнали. Вот, и спасибо. Пожалуйста, положите эти точки мне. И сумочку. Да, вот они нас обогнали. И в Ропше такое село есть туда, за Красным Селом. Замкнули кольцо петергофско-стрелинской группировки немцев. Это, знаете, ведь Петергоф, Петродворец, и Стрельны были под немцами почти 4 года, верно, 3 года. Замкнули кольцо. Ну вот что этой группировке было делать? Спасибо. Спасибо большое, дети. Вам не надоело меня слушать? Спасибо большое. Спасибо вам. Не надоело? Ну, вот я расскажу. Бой, который вот решил. Вот, спасибо, дети. Вот, спасибо. Вот, это самые дорогие цветы от меня, от маленьких ребятишек, от нашей смены. Спасибо, сыну. Здрасте, большие. Поставьте вот. И туда сумочку засуньте. Да. Вот получилось так, что бригада 34. Спасибо. Прорвались на Ропшу, там замкнули кольцо. Спасибо. Замкнули кольцо. И теперь петергофско-стрелинской группировки ничего не осталось делать. Либо сдаться нам в плен, либо прорываться. Вот и произошел встречный бой. Это самый тяжелый вид боя. Когда ты не знаешь противник, сколько его там, какое вооружение. Вот мы столкнулись в селе Русско-Высоцке нос в нос. Наш танк и все остальные, и петергофско-стрелинская группировка. У них был артполк, 36 орудий. Да, так вот. Такой бой был страшный. Всю ночь мы дрались. Тогда наш танк подбили немцы. Понимаете, они были хорошие воины, в общем-то. Они были националисты, фашисты. Вот. Считали, Гитлер их научил, что мы все русские унтерменши, то есть недочеловеки. А немцы все арийцы, это юберменши, сверхчеловеки. И что... Мы должны быть рабами у немцев. 50 человек русских должно было работать на не каждого немца. Вот поэтому они, конечно, дрались очень хорошо дрались, немцы. Вот представляете, они не зреют. Вот стоит наш танк, не зрейфили, у них положение безвыходное. Они выкатили противотанковую пушку и поставили против нашего танка в 10 метров.
10 метров вот от, почти как до этого вот забора. Да. И вот началась дуэль. Ночь, темно, не видно. Первым снарядом они разбили левую гусеницу. Я услышал тук, и потом мелодичное позванивание, когда гусеница ползет по поддерживающим контам. Я понял, что мы потеряли ход. Вторым снарядом они попытались с 10 метров, это в упор, убить механика-водителя. Но в темноте промазали и попали ему не в живот, а попали ему в руку. Вот тут оторвало там что-то кисти. Да, ну вот второй математик у нас был, командир орудия. Когда он увидел первую вспышку, он пушку вот так навел. Вот немецкий ствол, а он навел вот так, по верхней образующей. Дал снаряд, третий снаряд немцы не успели. Когда они закладывали третий снаряд в казённик своей пушки, наш снаряд прошел по стволу, сквозь щиток и сдетонировал над казёнником. И вся прислуга, 5 человек немцев, были мгновенно убиты осколками, мгновенно. Они даже не поняли ничего. Они так и лежали ногами к своей разбитой пушке, а головами вот. После боя я выходил и смотрел, думаю, надо же, не побоялись навстречу танку выкатить пушку. Положение у них, конечно, было безвыходное. Ну, потом вот, когда мы эту пушку разбили, мы разбили 36 орудий немецких, то есть весь полк подавили. Били тоже в упор, вот там с 50 метров. Сначала я заряжал пушку осколочными, то есть я со снаряда сворачивал толпачок и говорят в казённик. Вот. Костя видел, как свой снаряд лязгнул, затвор пошел. Вижу, у него локоть дернулся, это он выстрелил. Вот. Темп стрельбы был 5 секунд выстрел, 5 секунд выстрел. Снарядов у нас было набрано штатов 92, мы набрали 400 штук до погоны башни. А чтобы не скользить, положили фуфайки ватные и стояли на коленях вот, на снарядах. Вот за ночь мы израсходовали 400 штук, но зато мы выбили эту всю группировку, там осталось человек 100. Они убежали в лес потом. Да. Есть такая книга «Битва за Ленинград». Там даны фотографии результатов этого боя. Разбитые грузовики, техника разбитая. Вот так иногда я заглядываю, так вот воспоминания наползают. Ну, мы с Костей вдвоем, мы были здоровые парни, 22 года, рассвет сил, спасибо, рассвет сил. Вдвоем мы натянули разбитую гусеницу, дали танку ход, у нас кабели там оборвали, мы запустили сжатым воздухом. Спасибо конструктору Котину Жозефу Яковлевичу, вот он лежит теперь в Комарове. Спасибо ему, что он такой замечательный, живучий танк сделал, что вот мы могли. Да, вот мы разгромили эту колонну. Вы знаете, когда я учился в третьем классе, мы, мальчишки, курили сухие ольховые листья, вату, тряпку сухую, бумагу курили. А в четвертом классе учительница Фаина Михайловна Успенская сказала: «Ребята, курить вредно, не курите». И мы бросили курить. Понимаете, для нас учительница была, ну что ли, беспрекословным таким авторитетом. Что она сказала, то и правда. Вот после этого мы всю войну не курили и не пили. В 41-м году зимой нам давали наркомовские 100 грамм. Понимаете, я попробовал раз, ну оно нужно для чего? Это антидепрессант, чтобы подавить чувство страха. Вот перед атакой. Перед атакой давали пехоте и вот всем по 100 грамм. Я понял, что когда вот ты
выпив 100 грамм, то у тебя немножко в глазах вот так не очень четко степень опьянения какая-то. И вот, а ты когда в бою, ты должен вот так кругом все видеть. Где опаснее, туда стрелять, а где ничего, можно потерпеть. Так вот, когда я понял, что перекрестие прицела у тебя начинает ездить вот так, и ты не можешь установить его на цель, с тех пор ни разу мы до конца войны не употребляемся. И надо вам сказать, что в танковых экипажах, как и в летных экипажах, никто не курил, никто не пил никогда. Потому что выпивать и курить – это очень опасно. Вот. А были ремонтники у нас там, восстановительные службы, там, транспорт. Они, конечно, и 100 грамм употребляли, и 200 грамм употребляли. Все это у них было. Но мы-то хорошо понимали, вот, и я и сейчас не напиваюсь, вот. Да, а я рассказал этого потому, что здесь вот ребятишки, будущие воины, будущие наши защитники нашей Родины России. Вот, надо, чтобы все они знали, что курить нельзя и пить нельзя никак. Правильно. Вот у нас 600 литров топливный бак, а слева масляный бак. полтораста литров. Температура масла, которому охлаждается двигатель, плюс 150. Понимаете, бак парит все время. И если ты там начнешь чиркать спички, это все вспыхнет. И тогда привет на Балтике. Сгоришь совершенно, много не надо. Дымку вот 2-3 раза дыхнешь вот так, и все, и теряешь сознание. Поэтому вот никогда мы не курили и не пили. Это одна и медаль. Я расскажу потом. Надежда, да. Может быть, набросим потеплее? Не, не надо мне ничего. Я даже вспотел. Ребята, когда говоришь, как командуешь ротой, поют, это же греет. Да. Вот тем, кто сменит нас в армии и в гражданке, я не советую ни курить, ни пить. И вы долго будете жить. Иван Петрович Павлов, академик, сказал: не пей вина, не огорчай сердце табачищем, и ты будешь жить столько, сколько жил Тициан. А римский художник Тициан жил 100 лет. Вот мне, конечно, еще там 6,5 лет осталось. Ну вот, попробую дотянуть. Ура! Что вот часто мужчины пьют пиво в пивных ларьках, там, в подвальчиках. Вот для мужчины пить пиво – это смерть и могила. Там содержатся ферменты, которые… нет, гормоны, которые вредны для мужчин. Вот вы это имеете в виду. Лучше уж вы возьмите чаю горячего выпить или выпить уж, если вам так надо, вот 100 грамм водки. Больше не надо. А если будете выпивать пиво, то плохо ваше дело будет. Вы знаете, я за свою жизнь не выпил ни одной кружки пива, ни бутылки пива. Спасибо. Вот, вы скажете, что я хвастаюсь. Вот это все тяжелый опыт войны и послевоенной жизни. Да. Спасибо. Положите, пожалуйста. Когда я вернулся с войны в 45-м году, вы знаете, у нас в танковых частях девушек не было. За всю свою военную судьбу я встречал только 4 танкистов. Вот, конечно, я вышел на гражданку, а кругом девушки ходят, такие красивые все, такие фигурки у них, а у меня вот такие глаза на них. Я не затерялся, быстренько женился, у меня 5 ребятишек. Хорошие ребятишки получились.
Вот здоровые, хорошее образование, у всех высшее образование, у двоих красные дипломы. Понимаете, вот я тут могу и похвастать, что я не сломался. И пиво я не пил, не зря. А сейчас я вам расскажу одну историю. Так вот, такая штука. И то, что я перед вами жив, еще это то ли счастье мое, то ли счастье моей жены, вот, ребятишек. Ну вот, так вот получилось. Да. Погиб наш полк в последней атаке. Осталось нас 10 человек. Вот мы через лес вышли, потом на Лужское шоссе. Пригнали для нас автобус, и вот мы последние 10 танкистов приехали в Ленинград на Кировский завод, куда привезли сгоревшие корпуса танков. Мы 2 месяца их восстанавливали, вот, и так далее. Вот. Да, я скажу вам, что, конечно, жалко, что ребята такие парни хорошие. И девушка у нас была Катя Иванова. Пожалуйста, будьте добры, положите. Да, вот. Сейчас я посмотрю время свое, сколько у меня есть. Супер. Компания хотел узнать, 1939 года, финская компания. Если бы вот, ну, она не была такая тяжелая, немец бы пошел, то есть, ну, Гитлер бы напал бы, если бы, ну, как бы так быстро то есть, все произошло. Из-за финской компании, что она тяжелая такая была, 1939. Да. Вот, из-за того, что она такая тяжелая, вот финская компания 1939, Гитлер бы, ну, напал бы так быстро, то есть, ну, в наглую так бы он попер бы, если бы вот не была такая тяжелая компания. Ну, тут вот, вы знаете, спасибо за цветы. Спасибо. Спасибо большое. Вот какой красивый рисунок. Пожалуйста, мне сумочку положите, пожалуйста. Вот эти цветочки. Положите. Да, я пойду погуляю. Да, мне это знакомо, компания. Я тогда был во вспомогательных войсках. Нас, учащихся, тогда мобилизовали. Парней, вот мы помогали воинским частям, так сказать, по тыловому обеспечению. Ведь как не говорю, мороз, надо дрова топить, надо продовольствие подвозить. Вот это мы, мальчики из 9 класса, делали все это. Холодно было, вы знаете, морозы тогда были в финскую войну в Ленинграде. 53,5 градуса. Вот водка замерзала, там кристаллы вот, плавали. И потом бутылка рвалась. Такой мороз был. Ну сколько вот мы были? 30 ноября началась борьба. Значит, декабрь, январь, февраль и полмарта. 3,5 месяца шла война. Тогда Финляндию принудили, потому что линию Маннергейма, которую строили французские военные инженеры, вот мы за 2 месяца прорвали. Это, кстати говоря, благодаря танкам КВ, потому что обычная полевая пушка 3 дюйма, это 76,2 мм, такой бетон не могла взять. А подогнать пушку ближе, там на 100 метров, пехота финская не дает. А вот как КВ подходили вот вплотную, там со 100 метров, как прицелиться, раз! В амбразуру. И все 3 этажа готовы.
Поэтому вот решающую такую задачу выполнили именно тяжелые танки Кировского Ленинградского завода. Мы потом, когда шли вот в 44-м году по Карельскому перешейку, мы тоже стреляли по амбразурам. Прямой выстрел у танка КВ был 800 метров. Вот так, как тычком. И точно попало. Ну вот мы с командиром орудия, с Костей, гвардии старшиной, тут, понимаете, вот лесная местность, холмы, мы переюстировали пушку на 400 метров. Поставили прицел, поэтому подойдешь к немцам, к финнам поближе, вз, и все. И там никого. Надо сказать вам, что финны были такие бойцы и дисциплинированные, и жесткие. Вы знаете, как они останавливали наши КВ? Вот офицеры, и там человек 10 солдат сидят где-то за деревьями. И бревно у них такое. Вот. КВ идет, обзор в танке плохой, мы стараемся вперед глядеть, а сбоку не видно. Так они подбегут, бревно между катков, раз, и все. И танк ни туда, ни сюда. Вот это надо попросить, чтобы товарищи, которые идут с тобой по радио, попросишь, чтобы они помогли. Вот они подойдут, этих финнов разгонят. Вот тогда можно вытащить бревно. Мы тебя любим! Вот такой примитивный способ. Праздником вам! Спасибо большое. Праздником! Днем Победы, деда! Спасибо, ребята. И вас взаимно. С днем нашей общей победы. Это и ваша, и ваших родителей победа, и наша. Дедушка, бабушка сказала, одеть пиджак. Ну хорошо. Это моя внучка. Я подниму. Ну, вот. Да не ты у нас сильный, я не знаю. Спасибо. Да, вот я вам рассказал несколько историй. Владимир Иванович, да. А про друга Костю можете рассказать? Как ваш путь Костя прошел? Нет, где вы закончили? Сколько лет ребята, вы с ним вместе? Вы знаете, война — это такое тяжелое занятие. Кому-то повезет, кому-то вот не повезет. Вот механик-водитель, который был рядом, вот от меня вплотную, вот погиб. Да. Я закончил свой боевой путь в марте месяце 45-го года. Я не дошел до Берлина. Вы знаете, у нас было такое настроение. Ну, до Берлина дойдем, мы их развалим, все, убьем всех немцев. Это такое было злово. А что вы думаете? Вот когда мы наступали в районе Пскова, там деревня Красовка, вот немцы собрали всех жителей, от грудных младенцев до стариков, загнали в сарай, забили досками ворота, облили бензином этот сарай и подожгли. Вот что испытывали люди, которые горели заживо там. Так вы думаете, что и мы немцев бы стали гладить по головке? Тоже бы так заплатили. В Хатыни сколько в Белоруссии погибло? 156, а в Скопской Красовке 256. Вот такое вот настроение было. Да, ну, какая судьба моих товарищей? Командир роты Брызгалов, гвардии капитан Брызгалов, учитель математики, замечательный человек, погиб в селе Русско-Высоцком. Это южнее Пскова, южнее Красного села, 8 километров. Вот погиб в бою. Так вот бывает. Механик-водитель тоже погиб. И вот наш танк артиллерии немецкой не могла раздолбать. А вот они выносили раненого, и закончилась их жизнь. Да. Костя долго держался. Погиб он уже на Куршской косе. Куршская коса. Западного Кенигсберга от Калининграда.
снаряд крепостного орудия попал ей в КВ. Просто разломал. Калибр снаряда 305 миллиметров. Это никакая сварка не выдержит. Вот. Не пили и не спали 5 суток. Но мы были молодые парни, здоровые, кровь с молоком. 22-23, самый старший у нас был родный, ему было 28 лет. Выносливые. Вот мужики, которым было лет 45, вот он сутки не спит, потом начинает кимарить вот так. Устал. Вот, ну, наше счастье, что в экипажах мы стариков не держали. Это и хорошо. Так вот, дело было так. 1 чистого февраля, когда мы прорвали Северный вал и ушли в глубину немецкой обороны, получалось так, что вот идут наши танки, впереди гомоним немцев, а сзади из лесов и деревьев вот немцы идут за нами. Пехота, которая идет за нами, их гонит. Вот такой пирог, когда вот войска враждебные перемешаны. Да, вот в начале февраля произошло следующее. В начале войны в 41 году немцы организовали в поселке Вырица, это вот сюда, к югу, километров 50 примерно, в поселке Вырица специаль киндерхаус по-немецки. А это детский концлагерь. Специальный детский дом, детский концлагерь. Там были ребятишки в возрасте от 4 лет и до 12. Значит, все старше их либо угнали в Германию, и они там остались. А моложе не брали. В Вырице был этот концлагерь детский на 300 человек, несколько зданий. К концу войны, к 44 году, там осталось 40 ребятишек всего, а 260 ребятишек от постоянного забора крови для раненых немецких солдат, офицеров, померли. Вот. И похоронены они на берегу реки Оредиш, без всяких могилок, просто вот зарывали и зарывали. А сейчас бизнесмены на месте этого детского захоронения забивают железобетонные сваи сквозь тела несчастных ребятишек и строят свои коттеджи. Вот это такая нравственность. Вот понятно, вот наш механик-водитель посовестился ехать по телам немецких солдат, посовестился. А бизнес вот не совестится. Ну так вот, в начале февраля приходит утром в детский концлагерь немецкий врач, Der Arzt по-немецки, и говорит воспитательцам: завтра мы 9 утра подготовьте всех детей, мы у них заберем кровь, и они умрут сном безболезненно, их больше не будет. Понимаешь, воспитательницам русским,
жалко русских детей было. Вот они собрались освещать. Что делать? Женщины безоружные. Как они защитят детей? Вот посоветовались и говорят, ладно, вот ты самая молодая, ты местная. Вот как стемнеет, беги через огороды в лес, найди партизан, где хочешь. Вот 9 вечера. Из дома по кустам, по огородам в лес. Она плутала 3 часа до 12 ночи и напоролась на партизанского часового. Тот ее раз и в штаб. Кто такая? Зачем? Что? Командир партизанский поговорил с ней. Она говорит, вот немцы детей умертвят завтра утром, помогите. А в партизанском отряде там было 20 человек. Вооружение, винтовки и автоматы. А вырезы, воинская часть, там около 1000 человек немцев, у них и пушки, и пулеметы. То есть 20 человек это ничто. Подойдут, их уложат на снег всех. Вот командир партизанского отряда стоит и думает, что сказать воспитательнице. Отказать ей, язык не поворачивается. И детей жалко. Стоит и думает. Потом он решил, вот тебе 18 лет, ты здоровый молодой парень, ты из местных, ты все леса и дороги и тропки знаешь. Вот снег так, сейчас 12 ночи. Беги через лес по снегу, впереди линию фронта, это 40 километров до наших частей. Найди командира части, попроси ударить по немцам, чтобы детей сохранить. Тот отложил винтовку и собрался. Он побежал. Он бежал 40 километров 5 часов подряд, не останавливаясь. Хорошая скорость по снегу, верно? 8 километров в час. Вы знаете, этому парню и ребятишкам, и воспитателям так повезло, как и в жизни бывает редко. Если бы он напал, вышел бы через линию фронта на стрелковую часть. Что стрелковая часть 40 километров не может? Это ей сутки надо бежать. Верно? Вот. Не может помочь. А он попал на расположение 220-й танковой бригады. Вот надо же так. Его часовые схватили и сразу командиру бригады. Вот. Поймали. Ну, значит, вот мы в Красной Армии носили красные звездочки пятиконечные на головных уборах. А партизаны носили такую красную ленточку из материи наискосок. Это был знак, что это партизан для наших. Да. Вот командир бригады и спрашивает, ты чего? Что тебе надо? Что, говори. Он говорит, товарищ командир бригады, вырезы в 40 километрах отсюда детский дом, концлагерь. Там немцы забирают кровь у детей. Завтра утром в 9 утра у них заберут кровь, и все дети умрут. Помогите. Вот такая психологическая сцена. Партизан смотрит в глаза командиру бригады и надеется на него, что он-то поможет, у него танки. А командир бригады смотрит ему в глаза и думает, как я могу без команды штаба 42-й армии или штаба Ленинградского фронта бригаду бросить ночью куда-то через лес, неизвестно куда, что там ждет наши танки, то ли засада противотанковых пушек, то ли немецкие танки, закопанные в землю. Никто этого не знает. И партизан не может этого сказать. Если я брошу танки туда, и танки погибнут, мне даже думать нечего. Даже если мы вот прорвемся, и узнает командование фронта, что мы без приказа сорвали бригаду и бросили куда-то, а ведь у штаба свои задачи есть, верно? Ведь оно знает, что нужно делать и когда делать. Вот стоят и смотрят
друг другу в глаза. Вот такая тяжелая психологическая сцена. Потом командир бригады уже был постарше, ему за 40 годам, тоже, наверное, и дети были. Говорит, а, ладно, дежурному. Командиров рот ко мне. Через 5 минут командиры роты были. Он говорит, сейчас пойдем в Вырицу через лес. Вот проводник, он нас проведет. Поднимайте бригаду. Тревога. Через 10 минут бригада вся была на ногах. Выстроились в походную колонну. В головном танке стоит башни командира бригады. Рядом стоит проводник партизан. И глазу прорвали линию фронта. Немцы очухаться не успели. Что происходит? Ночь. Куда-то танки помчались. Пока они соображают, танки ушли в лес, уже и звуки затихли. Вот подкатили к Вырице, там немецкое охранение, несколько выстрелов из пушек. Немцы забегали, тоже не знают, ночь. Это было уже примерно 6 часов, 7 часов. Да, ночь. Пока немцы разбирались, в чем дело, партизан подвез прямо к детскому дому. Танкисты выскочили по два ребенка в башню. Башня на Т-34 вообще вот такая узкая. Да, воспитательниц тоже туда в танк. Газу, несколько выстрелов по немецкому охранению. Развернулись и раз в лес. Прошло 10 минут на всю операцию забора ребятишек. Забрали вместе с воспитательницами в лес. Дорога знакомая, танкисты жали. Это они проскочили примерно к 8 часам утра. Снова прорвали линию фронта на свое место. Ребятишек сразу, вот санинструктор, это бригадная медсестра, вот чтоб посмотрела, какую первую помощь. Колхозницам, вот женщинам из деревни, их всех поручили, выгрузили, 40 ребятишек и воспитательниц. Бригадный приказал дозаправить топливом скорее. Вот только дозаправили топливом 9 часов утра. И приходит приказ из штаба 42-й армии. Бригада направляется не на Вырицу, а правее, с запада, с тыла, обойти Вырицу, постараться без потерь. И за обходим Лугу с запада, постараться без потерь. И бригада сорвалась. Вот помчались в немецкий тыл снова. Вы знаете, если бы штабные работники в армии или во фронте узнали бы, что бригада без приказа и разрешения рванула куда-то в немецкий тыл, командиру бригады было бы плохо. Хорошо, если бы не расстреляли. Время военное крутое, не удивляйтесь, ведь у фронта свои задачи, у штабов. Поэтому вот все тихо сошло, потому что начались марши, стрельба, гибли танки, гибли люди. И никто в штабы не написал и не сказал, что бригада ночью куда-то носилась где-то. И так прошло. И вы знаете, так командование штабов и не узнало, что вот танкисты входили в глубокий тыл к немцам. Да. А вот когда мы здесь вот встречались, вот здесь, и еще там вообще бойцы из первой линии, из первой траншеи, из первой линии танков, они, в общем-то, скупые на слова. Просто обмен так происходит. А вот спасибо. Спасибо, вовремя. Понимаете, люди из первой линии не скупые на слова. Просто вот стоишь, а помнишь, входили в Вырицу. Да, помню. И все, и больше разговора нет. А помнишь, нарвались на пушки немецкие. Помню. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Да, вот такие короткие обмены, 2-3 слова.
помню все. Так вот повело, что вообще все, кто идет в первой линии, они все, как правило, после всего бывают подавлены, оглушены, что ли. Наверное, это доктор может сказать от переживаний. Вот. Да, вот, спасибо. Да.